Рыбак зник по дороге у магазин. Пошуковые работы по заблытанным здарэнні ведутся на территории Мостовского района. Как стало вядома следству, двое жыхароў Волковыского района рыбачили на раце ля вёскі Масты Левые. Один из мужчин накіраваўся у ближайший магазин и зник. Спачатку на звонки он не отказывал, затем сотовый телефон стал недоступны. Предполагаем месте исчезновения, по вероятному маршруту движения нашего пропавшего, проводятся поисковые мероприятия, ну, соответственно, с привлечением сотрудников РУВД. Рассматриваются различные версии, но пока, к большому сожалению, мы данного гражданина не обнаружили. Да правоохоўцаў в области гэтымі днями ўсё часцей стали поступать заявы об знікненні людей-грыбнікоў. Так, у Лідскім районе працягваюцца пошукі 66-гадовага жыхара вёскі Мяргенцы. Нагадаем, мужчына пайшоў па грыбы 20 верасня. Гэта не першы выпадак за бягучы год, звязаны з заблукаўшымися у лесе. У десятках здарэнняў людзі знойдзены аператыўна або самі выйшлі з лясной тэрыторыі праз суткі-паўтара.